Свечки. Давно не было таких видео, что-то, блин, воскресенье, я тут решила снять продукты. Ну, давайте посмотрим, уже один пакет разложила, но не страшно. Один пакет уже, короче, ну, это разложила, это доставка магнитовская. Вот, что взяла, маслица взяла, разные шпроты взяла, сметанку, сыр, потом взяла творог вот такой вот с изюмом. Очень его люблю. Очень вкусный, блин. Я очень советую всем. Потом хлеб такой вот цельнозерновой. Вкусно с рыбкой. Вкусно с творожным сыром. Для бургера вот такой вот соус. Колбаску Демка, Владимирскую, Мираторговскую. Шоколадки сейчас идут Альпен Гольд. В акции 49 рублей взяла. Капучино и взяла арахис и хлопья. Сыр взяла Хохланд большой. Вот такой вот люблю с ветчиной на завтрак. Все, началась работа. Отпуск закончился, надо кушать. Все, ребят, давайте дальше. Ну, это, конечно, все не на один день, это на неделю, а то и больше. Майонез взяла большой. Такие вот грибочки хочу завтра сделать с картошечкой, с мясом. Мясо там у нас еще осталось. Томаты вот такие сливка. Прям в магните молодцы. Наложили. Ну, вроде порченных нету. Буду сейчас проверять. Потом я решила взять вот такие вот красные томаты. Первый раз я такой сорт вообще, ну, видела. Надеюсь, очень такие вкусные будут. Огурцы были по акции такие вот. Ну, вроде доставку, но такое все достаточно жесткое, достойное. Сушки вот такие вот взяла. Бананы. Дальше взяли два сока. Я буду, короче, показывать вам и отмечать те позиции, которые по доставке я взяла. Вот, вот так вот. И еще капуста. Не буду вытаскивать, вот белок. У меня все заставлено, давайте будем тут. Так, взяла вот такие конфетки, короче, на подарки. Типа миндаль-кокос. Такая вот хорошая коробочка, красивенькая. Взяла таких я две штучки. Ну, скоро праздники, 8 марта, 23 февраля. Блин, соевый соус был по акции. Я кому, если нужно, я чек могу вложить в ролик. Вот, конечно же, Кока-Кола, как без нее. Вот такая вот. Дальше, горчичный батон такой вот вкусный. Макароны. Еще одни макароны. Потом мы подсели очень на вот такие вот булочки. Не могу вынуть, блин, одной. Как бы, это рукой очень трудно получается. Ну и взяла еще вот такой вот обычное молоко на кофе. 1,5%. То есть я жирная не особо люблю. Ну, то есть люблю молоко пью, да. Потому что кофе такое, чтобы это... Вот. Ну, вот такой вот у нас... Набор продуктов получился. Времени сейчас уже 6 час. Всем хорошего воскресного вечера. Спасибо, что были с нами на распаковке. Вот так вот в нижнем цены я вам пропишу, то есть или вставлю электронный чек в описании. Всем хорошего вечера, всем пока-пока.